Дойти до финала. 1 апреля ХК «Саров» встретился с «Металлургом» из Выксы. Игра выдалась напряженной. Соперники не уступали друг другу до конца основного времени. Счет открыли гости на 5-й минуте матча. «Сарову» удалось отыграться только к концу первого периода. Счет 1-1. На трибунах болели за обе команды. Что про «Металлург»? То есть мы всегда поддерживаем свою команду. Думаем, что мы будем лидером. Мы сегодня все-таки победим. Я думаю, что у них сегодня все получится. Игра проходит очень остро, напряженно. Болею за «Саров». Во втором периоде забили 4 шайбы, 2 из них с разницей в 1 минуту. Период закончился со счетом 3-3. Определить победителя не удалось и к концу основного времени. Судьбу игры решила серия буллитов. Мы сюда приехали как бы без настроя особо, к сожалению. Потому что для нас турнирной мотивации практически не было в игре, так как мы уже в финале с золотыми очками и так далее. У ребят, у местных, как бы много решалось в этой игре, им нужны были очки. Отсюда как бы такая упорная игра. То есть, ну, ребят местные молодцы, конечно, бились, боролись, их заслуга хорошая. К своим очень много вопросов именно по настрою. Потому что пришли в полконька, думали, мы сейчас обыграем, набьем и так далее. «Металлург» сейчас занимает первую строчку турнирной таблицы. Сражаться с лидером было непросто, и ребята готовились к более фатальному счету в пользу гостей. Ну что, соперник трудный, идет все-таки на первом месте. Не ожидали, честно, такого результата. Готовились к более крупному счету в ихнюю пользу. Но вот вытащили, до буллитов дошли. Вообще отыграли хорошо, старались, выигрывали, проигрывали, ну не без этого. Несмотря на проигрыш со счетом 4-3, наша команда смогла завоевать необходимое очко и занять 3-ю строчку турнирной таблицы, обойдя команду «Рубин» из Ардатова. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».